Бузиус – это бывшая рыбацкая деревушка, ставшая мировым курортом. Случилось это после того, как земной рай посетила Бриджит Бардо. Ее слова о земном рае в Бузиусе привлекли много знаменитостей со всего мира. Здесь создалась копия, знаменитая всем Сен-Тропе. Каждый год сюда съезжалась для отдыха на теплых курортах вся богатая элита мира искусства. Неповторимое очарование Бузиусу придает причудливый ландшафт, экзотическая растительность, пляжи с теплым желтым песком и чистой океанской водой. Предлагаю вам прогуляться по Бузиусу и отелю «Бризис Бузиус». Это один из лучших отелей на побережье, работающих по системе «Все включено». Номер такой. И выход на балкончик. Бассейнчики. Вот такие тут домики. All inclusive работает. Все как положено. На растительность здесь происходит. С цветочками, всем чем положено. Отель очень зеленый. Время около часа дня. Все или блинкают, сидят или спят уже. Отель зеленый, красивый, просто класс. Дальше идет длинный большой бассейн и выход к океану. А это рестораны. Вот здесь вот китайский ресторан спрятался. Здесь шведский стол. Мартинос – это итальянская еда, а маркетплейсис – это средиземноморская кухня. Бассейн очень длинный, изогнутый, с такими дорожками. А вот здесь вот находится бар из разряда «Пью пысы». Тишина и покой. Это барчик пляжный, где днем можно перекусить. Бассейн развивается дальше. Мы идем к океану. Вот он, океан бушующий сегодня. Отель со стороны пляжа, если смотреть. Маленькие домики двухэтажные. Миленькие. Вот я на улице Бузиуса. Самого, собственно, городка. Криока – это житель Бразилии. Ресторанчики разные, магазины. Маленький провинциальный городок. Бузиус. На
набережной. Это пристань. Грузился. На берегу маленькие ресторанчики, магазинчики с той стороны. Тихий курортный городок. Восьмого. Тишина. Ой. Самое главное, если луна. Не знаю, вы поймаете, здесь не поймаю, что она перевернула. Тут есть пляжные сокровища. Очень красивые подарки с океана. Большие. Но если с этими все понятно, то тут есть потрясающие красоты. Ракушечки. Это именно ракушечки. Притом они разного размера. Но я нашла большие. Очень большие. Но, честно говоря, они очень хрупкие. И даже донести с пляжа очень тяжело. Что? Просто крошатся в руку. Я не знаю, смогу ли я их довести, поэтому решила заснять. Я никогда таких раньше не видела. Маленькие, большие. Правильно, четко выраженный рисунок, очень правильная форма. Необыкновенные просто ракушечки. Можно, конечно, любоваться часами. Я думаю, из них делают украшения. Правда, я не знаю, как их укрепить, чтобы не сломать. Внутри песочек. Очень красиво. Отель называется Флаг Чили. Это Бузиус, Бразилия и Ямайки. Конечно, тут были англичане, русские, все остальные, но они то ли флагов не имеют, то ли не сочли нужным нас тут сосчитать. О, чудесный отельчик близится. Чудесный Бузиус.
Как не прогуляться же нам? Удивительная природа. Todo dia, cada hora deu uma palhaçada. Ah, não dá mais que eu fico sem ver, самое красивое, конечно, лодочки такси. Садящийся солнце. Excuse me. Can you please take a picture of me and my novia? Por favor. Полицейские стоят. Какие-то красивые желтые цветочки. Что красота. Тут ездят такие красавцы. С ума сойти. Белла Бразилия.
такая красота яркая, прияркая. Все очень ярко. Ярко, ярко, ярко. Отельчик. Утро. Сейчас искупнусь и уже скоро вообще. Что будем делать с этим часом? Давайте, ладно, давайте. Лучше чем на море. Ну вот, прощаемся с отелем. Yeah.